Позвольте мне представить вам третий подход. Есть еще один подход к определению богословия. Информацию об этом подходе вы можете найти в своих конспектах. В соответствии с третьим подходом, поскольку богословие изучает личность, деятельность и отношение Бога, я думаю, мы все с этим согласимся, какой подход бы мы ни использовали. И поскольку все творение — продукт Божьей деятельности, кто сотворил Вселенную? Конечно же, Бог. То в широком смысле за предметные рамки богословия ничего не выходит. Да, я знаю, есть так называемые светские дисциплины. Но в этих дисциплинах изучается тот же самый мир, который Бог сотворил. В этих дисциплинах изучается тот же мир, который описывается в Библии. Конечно, выводы светских дисциплин могут противоречить тому, чему учит Библия. Но во всяком случае, они изучают тот мир, который сотворил Бог. И поэтому мы можем сказать, что хотя светские аспекты не являются первоочередным предметом богословия, однако все области знания должны рассматриваться в богословском контексте. Конечно, это не означает, что мы будем принимать все, чему учат светские дисциплины. Однако мы можем обнаружить, что некоторые выводы светских дисциплин могут быть нам полезны в понимании того, кто Бог и как Он относится к миру. Об этом можно долго говорить, но вы можете спросить меня, но а как же все это понимать? Итак, согласно этому подходу, так как мы являемся евангельскими христианами, то мы все равно начинаем с Писания, и в свое богословие мы не будем включать ничего из того, что не соответствует Писанию, что противоречит Писанию. Но с другой стороны, в других дисциплинах можно найти то, что хотя и не записано в Библии, но тем не менее истина. И так как эти истины говорят о том мире, который сотворил Бог, и Библия об этом говорит, и, может быть, эти истинные заявления могут быть использованы, и согласно третьему подходу, их следует использовать для того, чтобы понять то, что Бог говорит в Своем Слове. Итак, это оказывается совсем другой подход к систематическому богословию, потому что согласно этому подходу, источник информации для составления богословия, во-первых и прежде всего, Писание, но затем все вне Писания, что является истинным, тоже можно использовать для формулирования богословских выводов. Вы, может, про себя подумали, как-то все это сомнительно. Вне Писания то, что является истинным, мы тоже используем. Но что же вы имеете в виду истинным? Неужели вы думаете, что есть какие-то истинные утверждения, истинные заявления в науке, в истории, в философии или в какой-то другой дисциплине? Да, я так думаю. Но мне нужно объяснить, что я имею в виду под словом «истинным». Когда я считаю какое-то утверждение истинным, то я считаю его истинным с точки зрения корреспондентской теории истины. Позвольте мне объяснить, что я имею в виду, когда говорю это.
Если что-то является истиной, и мне следует добавить, неважно, говорим ли мы о каких-то утверждениях Писания или утверждениях, выходящих за рамки Писания, это утверждение является истинным, потому что оно согласуется с миром, который вне нашего разума. И мы говорим следующее. Истина какого-то утверждения, какого-то заявления определяется отношением слов к миру. И что же это за отношение между языком и миром? Это отношение соответствия. Но что же это значит? Это значит, что то, что мы говорим об окружающем нас мире, оказывается тем, чем на самом деле мир является. Вот, например, я говорю, снег белый. И это истина, если я выхожу на улицу и вижу снег, который в этом мире, этот снег белый. Если я скажу, что весь снег белый, то можно найти какой-то снег, который посыпан солью, или снег на дороге, по которому проехали машины, который совсем не белый. Поэтому, если я скажу, что весь снег белый, то это утверждение не будет соответствовать тому, как устроен этот мир. Понятно? Но утверждение «снег белый» соответствует. Когда мы говорим «Иисус Христос воскрес из мертвых», мы говорим о том, что в реальном мире был реальный человек, которого звали Иисус Христос, и в какой-то момент он был физически мертв, и в какой-то момент после этого он был вновь жив. Он был жив после того, как был мертв. И был жив не в каком-то переносном смысле. Его тело, которое было мертвым, вновь стало живым. И утверждение «Иисус Христос воскрес из мертвых» истинно, если это событие или череда событий на самом деле произошло. Теперь, когда историки говорят нам, что в такой-то день, в такую-то эпоху Цезарь пересек Рубикон, точно так же это утверждение является истинным, если на самом деле в тот же самый день в истории Цезарь на самом деле пересек Рубикон. Итак, когда я говорю, что есть истинные утверждения в Писании и вне Писания, я прежде всего говорю, что все эти утверждения, которые оказываются истинными, они истинны, потому что соответствуют тому, как мир устроен или был устроен. Но я хочу к этому еще кое-что добавить. Какое-то утверждение является истинным не только потому, что оно соответствует миру, который вне нашего разума, но я также хочу сказать, что каждое истинное утверждение согласуется, и я вернусь к этому слову, поясню его, согласуется с каждым другим истинным утверждением. Итак, что же я имею в виду, когда говорю о согласовании истинных утверждений между собой? Когда я говорю о согласовании, то я имею в виду то, что истинные утверждения не противоречат другим истинным утверждениям. И чтобы убедиться в том, что мы ясно понимаем, о чем говорим,
то я поясню, что я имею в виду, когда говорю о противоречии. Противоречие — это когда подтверждается и отрицается одно и то же в одно и то же время. Допустим, кто-то сказал вам: «Вот я недавно познакомился с удивительным человеком. Представляешь, он был женатым холостяком». Вы понимаете, что это пример противоречия. Если кто-то женат, он не может быть одновременно и женатым, и холостяком. Если кто-то на самом деле холостяк, то это значит, что он не женат в это же время. Итак, это пример противоречия. Еще один пример противоречия — это когда мы все в этот момент в истории мира находимся в аудитории 129, слушаем курс ST-5101, и в тот же самый момент в истории все мы загораем на пляже на французском побережье, когда мы одновременно находимся в двух разных местах. Эти две идеи не согласуются между собой. Они противоречат друг другу. С точки зрения логики, невозможно, чтобы один и тот же человек находился в двух разных местах в один момент. Теперь, мы говорим о том, что существуют истинные утверждения как в Писании, так и вне Писания. И истинные они потому, и прежде всего, что то, что заявляется в этих утверждениях о мире, соответствует этому миру. И во-вторых, мы говорим о том, что каждое истинное утверждение с точки зрения соответствия согласуется с каждым другим истинным утверждением. Теперь, может, вы думаете про себя: «Ну, это какое-то новое правило, которое я придумал, когда готовился к этой лекции». Или все-таки, может быть, есть какая-то причина, чтобы так говорить? Но разве не может быть такого, что есть какие-то утверждения в науке, в истории, какие-то утверждения, которые истинны согласно теории соответствия, и в то же самое время они противоречат тем утверждениям, которые записаны в Библии, или противоречат другим утверждениям науки, или истории, или какой-нибудь другой дисциплине. Другими словами, почему, если какое-то утверждение истинно с точки зрения теории соответствия, оно не должно противоречить никакому другому утверждению? Есть мысли по этому поводу? Пожалуйста. Вот я бы хотела привести такой пример. У нас есть свет. И свет в одно и то же время является и потоком отдельных частиц, и волной. Эксперименты подтверждают, что свет и волна — это поток частиц в одно и то же время. Но волна — это же не поток частиц. И это своего рода, я бы сказала, противоречие. Или парадокс. Ведь так? Это определенно то, что трудно объяснить, особенно мне, так как я не являюсь ученым. Но я думаю, то, о чем мы говорим, все еще истинно и здесь. Свет является и волной, и потоком частиц, но разным образом. Свет не может быть и волной, и потоком частиц одним и тем же образом. Вот это будет невозможно. Но опять же, я не ученый в этой сфере и не обладаю достаточной информацией, чтобы говорить вам о свойствах атома и так далее. То, что я говорю, не отрицает того факта, что что-то в одно и то же время может иметь две различные характеристики. Причем одна характеристика может быть не идентична другой.
Поэтому волновая характеристика может отличаться от корпускулярной. Если речь идет об атоме, может быть, часть атома — волна, а часть атома — частица. И опять же, здесь я показываю свое невежество. Но если мы говорим о двух разных частях атома, или атом может вести себя как волна в один момент или как частица в другой момент, но та часть атома, которая ведет себя как волна, не может вести себя как волна и как частица в одно и то же время. Я думаю, что мое понимание физики неверно, но я думаю, вы понимаете, что я хочу сказать. Но я думаю, вы правы, если добавите, что не одним и тем же образом. Я имею в виду, если вы добавите именно эту фразу, не одним и тем же образом. И не в одно и то же время. Не совсем так. Я бы сказала, в одно и то же время. Ну вот, что я хочу добавить. Вот представьте, что я математик, хотя я не занимаюсь наукой как таковой. Но я думаю, что, будучи математиками, мы можем принимать любой парадокс. То есть, мы можем принимать что-то именно такое. Я имею в виду, что нам не нужно пытаться разрешить все кажущиеся противоречия. Нет, ваше замечание очень важное. Но суть вот в чем. То, что я говорю, не означает, что мы можем объяснить, как каждое истинное утверждение согласуется с другим истинным утверждением. Но это не означает, что ответа вообще нет. Я хочу сказать вот что. Даже если мы не можем объяснить, как каждое утверждение, истинное утверждение, согласно теории соответствия, согласуется с другим истинным утверждением, они все-таки согласуются в реальности. Они в итоге не противоречат друг другу. И, может, Бог единственный, кто понимает, как это объяснить. Но тогда вообще зачем мне об этом говорить? Может быть, есть утверждения, которые истинны, согласно теории соответствия, которые не просто плохо стыкуются с другими утверждениями, истинными с точки зрения теории соответствия. Может, они на самом деле противоречат друг другу? Что я хочу сказать, что такое невозможно. И как вы думаете, почему я об этом говорю? И позвольте задать вам другой вопрос. Почему это вообще важно для систематического богословия? Каждое утверждение, истинное согласно теории соответствия, не будет противоречить другим утверждениям, истинным согласно теории соответствия. Верно. Таково заявление систематического богословия. Ведь так? Нет, это заявление, которое я делаю о природе истины. И мой первый вопрос, а зачем вообще делать такое заявление? И мой второй вопрос, вне зависимости от того, почему я делаю такое заявление, почему вообще все это имеет отношение к систематическому богословию? То есть вы можете думать про себя, ну а к чему это вообще он говорит? Какое отношение все это имеет к нашей теме? Неужели это имеет отношение к содержанию курса ST-5101? Может быть, у вас есть основания так думать? Может, мне что-то еще надо объяснить? Пожалуйста, любые мысли по этой теме. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Да. Допуская, что Библия служит для нас основным и главным источником истины, будете ли вы использовать ее, скажем, для проверки
других источников истины. Да, в какой-то степени вы движетесь в правильном направлении. И то, что вы сказали, подсказывает мне, что здесь я могу привести один пример, чтобы быть более конкретным, а не таким абстрактным. Библия учит нас о том, что Иисус Христос воскрес из мертвых. И учит нас о том, что это истина с точки зрения теории соответствия. Очень много философов-атеистов и ученых-атеистов, и, возможно, какие-то историки, скажут вам, что с точки зрения теории соответствия истина также и то, что никто никогда не воскресал из мертвых. Теперь давайте скажем вот что. Кто-то смог показать, что библейское утверждение является истинным с точки зрения теории соответствия, и небиблейское утверждение является истинным с точки зрения соответствия. И если мы говорим, что можно использовать информацию, выходящую за рамки Писания, при формировании богословия, тогда можно сопоставлять библейское утверждение о том, что Иисус воскрес из мертвых, с небиблейским утверждением, что никто никогда не воскресал из мертвых, и попытаться согласовать это в одной системе истины. И вы видите, что будет проблема, потому что есть противоречие. И очень важно определить, что мы имеем в виду, когда говорим о системе богословия, или о системе философии, или о чем-то еще подобном. Система — это набор утверждений, которые истинны с точки зрения теории соответствия и не противоречат другим утверждениям, которые также истинны с точки зрения теории соответствия. И затем тогда такой вопрос. Или причина того, что это все имеет отношение к систематическому богословию, в том, что мы пытаемся составить набор утверждений, которые говорят нам о том, во что следует верить, о личности, деятельности и отношении Бога. И мы хотим, чтобы то, что мы говорим, отражало истину о Боге, о том, кем Он является. И мы не хотим, чтобы эта система идей в итоге оказалась ложной. И если мы хотим добавить в нашу систему богословия что-то из Писания, то следует убедиться, что мы истолковали текст Писания правильно. Иначе ошибочное суждение проникнет в систему богословия. А это ошибочное суждение не будет согласоваться с каким-то другим утверждением. Или если вы что-то вносите, что находится вне Писания. И точно так же, если я знаю, что Писание говорит по какой-то теме, и если оно не говорит мне всего, что я хочу знать, но есть информация в другой дисциплине, то я сначала постараюсь убедиться, что эта информация истинна с точки зрения теории соответствия, потому что если она не истинна, то она не будет согласовываться с теми идеями, к которым я пришел, исследуя Писание. А если в итоге у вас получится набор идей, среди которых есть противоречия, то все рушится. Но это все подводит меня к другому вопросу. И вопрос вот такой. А разве невозможно, чтобы утверждения, которые истинны с точки зрения теории соответствия, утверждения из Библии и утверждения, которые истинны с точки зрения теории соответствия, утверждения науки или истории или философии, эти утверждения будут противоречить друг другу?
Я хочу сказать, что нет, противоречия не будет. Но тогда вопрос, почему? Я написал здесь, каждое истинное утверждение из Писания, из науки, из истории, из философии. И, конечно, на самом деле, иногда для нас очень трудно понять, истинное утверждение на самом деле или нет. Но каждое утверждение, которое истинно с точки зрения теории соответствия, не будет противоречить другим утверждениям истинным с точки зрения теории соответствия. Почему? Почему это так? Подумайте об этом на перерыве. Когда мы вернемся, я постараюсь объяснить. И я покажу вам кое-что при помощи проектора, то, что поможет нам увидеть и понять, хотя я далеко не хороший художник, но это проиллюстрирует то, что я вам хочу сказать, и покажет, почему я считаю уместно, когда занимаешься систематическим богословием, использовать материал, содержащийся не только в Писании, но также и вне Писания, если он истинен. Писание — наш главный авторитет. Мы начинаем с Писания. Это та книга, по которой мы проверяем все остальное. Но есть истинные утверждения и в других дисциплинах. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.